What's up, guys? Hey, friends. Greetings, fellas. We have an offer for you. We'd like to make a small deal. We have an interesting proposition. Get the new shiny Dota 2 ticket. Buy the new Starlada ticket. Support us with ticket purchases. And we promise to show you our best. We'll show you excellent and magnificent Dota. We will make sure you see some amazing games. Take the first step into the next season. We are counting on you. Help us make Starladder 11 awesome. We will see you again sooner than you think. Thank you for your support. And your contribution will make us a little bit happier. Thank you. Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами по-прежнему Good Hunt, это студия StarLadder TV, это 11 сезон StarLadder, и вот она, турнирная сетка региона Се. Team Malaysia находится на 8-й строчке, один матч, одна победа. Напомню, что муж их покинул и теперь состав немного ослабел. Если уж открыто говорить, NCL Seedle находится на 5-й строчке. 4 матча, 1 победа и 3 поражения. Посмотрим, что будет после этого. Ну а мы перейдем к пикам и банам. Наверное, можно уже посмотреть, что ребята набрали. NCL Seedle забирают себе SkyMage и Кентавр Warrunner. Team Malaysia — это Vengeful Spirit, Viper и Ember Spirit. Есть уже и Мидер, и Фармила. Также присутствует один саппорт. И Ижи пока имеет только саппорта и оффлейнера, скорее всего. В бане находятся Брю, Разор, Войт и Джакира. Team Malaysia избавляются от Тайдхантера, Банши, Сандкинга и Наги. Леон появляется в качестве саппорта. Ну и Шторм Спирит для ИИ. Да, берут героя, которому актуально собирать Орчид, чтобы Эмбер Спирита затыкать. Вопрос, куда его отправят, на Изи или же в мид. На Изи более гарантированно выносит Орчид быстро. Но вот на миде могут заоунить и ничего не будет. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Что, минута бонус тайма? Ой, нужен саппорт и либо керри, либо мидер. Вообще у них есть уже один сайленс от Sky. Извините, у меня ощущение, что в чате одни миллионеры, которые ставят арканы туда-сюда, на этих арканов. Фиг пойми, кто выиграет. Сюда арканы, сюда-сюда. Ну, появляется Дизраптор. Саппорт, который что глимсом может вернуть кого-либо. Минус Сларк. Бристол Бека убирают NCL Seedle. Ну и что появится у Team Malaysia? Им нужен оффлейнер. Не забанен и не пикнут. Фурион, Тимбер, Клок, ВРка. Остальное все уже изничтожено.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Да, без Муши здесь, конечно, будет тяжеловато. Муши все-таки вел эту команду за собой, постоянно выигрывая. Мид или изи лейн, куда ходил. Наводил шороху, короче, в этом регионе. Как теперь будет, сейчас посмотрим. Что минута 10. Очень сильно задумались насчет своего оффлейнера. Хотя, что тут думать? Можно взять какую-нибудь энигму, которую отправить в лес. Ну, там, постоять пару минут на оффлейне для виду и свалить в лес. Никс Ассасин появляется на оффлейн. Этого я здесь, конечно, не ожидал, но понятное дело, что это пик против Шторм Спирита. Мана Бернить там подкопал. Шторма заовнил. Карапаси. И все. Ну и ждем ответа ИИ. Им не хватает либо фармилы, либо мидера. В зависимости от того, куда отправить шторма. 5 seconds remaining. Reserve time. Пятнадцать секунд. Давайте уже в фарм. Что тут заедет в фарм? Есть морфлинги, есть террор блейды. Фантом Ассасин. Ну, арканчики мы, конечно, сейчас не увидим, к сожалению. Не, аркана там, конечно, зачетная. Сравните топорики в земле и так далее, но такое количество денег, скажем так, я зажал. Как говорится, я зассал. Вот тут я зажал. Брюс Ли у нас на вайпере будет. Это стиль дракона, я так понимаю. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Не будет рамки, не переживайте, все будет хорошо. Оп, все хорошо. Ну что, кто на ком и кто куда? У нас пока пауза какая-то, приостановили игру. Да, вывалился у Insidious Idol игрок. Ну, пока пройдемся по Team Malaysia. Брюс Ли, Вайпер, Куху, Эмбер Спирит, Би-бой, это, наверное, Бэтбой, играет на Vengeful Spirit, Нет, Леон, Охайо, будет на Никс Ассасине. Чибикс, Фантом Ассасин, Конпаку. Выбирает героя. Я Сера Шторм Спирит. Вот. Дизрапторе будет Конпака играть. Джесси Ваш. Кентавр Варраннер. И Шаксаурус на Скай Мейджа. Гоу-гоу. Игра продолжается. Что ж, посмотрим, куда здесь ломанется Шторм Спирит. Ну, я так понимаю. Хотя я пока не понимаю. Нет, Пашка все же идет на изи лейн, потому что ПА также может стоять и в миде. Это не раз уже практиковалось. Икспона набирает там быстро. Получает 6 уровень, и можно идти овнить. Ну что, сапожок.
Кларити, пока больше ничего. Эмбер, щиток и много Аджора. Винга, также Аджор и Варды. Ну, кстати, много Аджора взяли, хотя стоять будут против Кентавра, и что он там сделает, непонятно. Кентавра сапог, 4 тангуса без щиточка. Поэтому потыкивать его могут нормально. Ну и Ник снова в флейне. В сете, конечно же, Каспера. Кстати, просмотры на игр 185. Помощи 96 урона. 30 секунд до battle. Посмотрим, как здесь будет выглядеть фантомка. Вопрос, насколько ей дадут отфармиться. И насколько быстро она получит 6 уровень, какие-то артефакты. Потому что овнить-то она может с самого начала. Если бы еще какого-то омника пикнули с репеллом, было бы вообще весело. Но омника здесь нет. Поэтому контроля здесь много. Здесь раз стан, раз, два, три стан, винга. Поэтому и привязочка от Эмбер Спирита. Там можно банально и не подраться, пока не появится КБ. Никс. Получает тыкулю, приходится отжираться, но у него 8 тангусов, поэтому ХП не проблема. Ну и в медле Шторм Спирит против Вайпера. Первое время явно будет не очень чувствовать себя здесь Шторм. По крайней мере, до появления ботла и хотя бы там 5 уровня. Вообще, Шторм без эскейпа вначале это печалька, поэтому 6 уровень нужен. Штурм второго, по крипам 5-0-4-0, пока все ровно. Винга пытается загонять кентавра. Кентавр один тангус уже скушал, еще три есть, но есть сапог. Мне почему-то кажется, что он сейчас уйдет на какие-то стаки или еще куда-то, потому что здесь ему подходить к крипам вообще не светит. Слишком много контроля, если подцепят, могут не отпустить. Охайо, есть второй уровень, прокачал Карапаси, отпивается Кларити. Собрал себе стики, зная то, что здесь кастовать будут довольно-таки много по нему. Фантомка купила себе даже топорик. Вот это нормально. Ну и в мидл попытка выйти от кентавра. Цепануть вайпера? Ну, не знаю на самом деле. Или он пытается перехватить куру. У него, кстати, сейчас может получиться. Кентавр. А вайпер идет навстречу куре. Обломатикус. Прибегает сюда школьник. Школьник все принес. Что ждет кентавр? Он хочет отвести крипов с меда или что? Не знаю, чего он ждал. Здесь тоже куру встречают с дабл дэмэджем винга. Еще и Леон. Никс спалил все это дело. И прогоняют отсюда кентавра. Да, он уйдет, его не подцепят. Ну а здесь на полном фрифарме стоит ПАшка, у которой 15 на 1. Экспу у нее стараются не воровать так же, как у Эмбер Спирита. Они, по сути, одинакового уровня. Сейчас вот по четвертому получат. Вайпер четверочка. Максит коррозив скин. Защитный вариант вайпера. Есть попытка в смоке обойти Шторм Спирита, пока у нее нет эскейпа. То есть это очень уязвимый таргет, и этим пытаются воспользоваться. Тем более здесь целых 3 спыла контроля. Вайперу надо будет просто стоять и стрелять. Стоять и стрелять. Кончается смоук. Надо сейчас не выйти под крипов. Ну и вот сейчас уже можно. На самом-то деле запалился Шторм, но Леон не идет и смещается назад. Летит кура. Она уже грейженная, убить ее не получится. Ну, не знаю, что здесь трется на самом деле нет. Выходить гангать он не гангает. Шторм Спирит совсем скоро получит уже 5-й, потом и 6-й. И вообще загангать будет очень трудно. Так что просто стоит. Просто стоит, ничего не делает. Никс 2-го, почти 3-го. 4 стика. Половину тангусов уже спорол. А Пашка пытается здесь вывести свой наконец-то 6-й уровень. И идти уже можно с критами в атаку. Собирается кольцо Регина. Неужто это будет Вангвард?
Что в медле? Шторм Спирит, Хекс. Подкопа здесь нет, просто тэп-аут. Здесь у Дизраптора могут быть проблемы. Вгрызается в него Вайпер. Вайпер, еще буквально тычечку. Да, ФБ забирает Брюс Ли. В стиле дракона. Шторм, кстати, сделал ТП на Т1. Не стал далеко улетать. Решил остаться на Экспинге. Подходит сюда Винга. Денек. Катапульты. Что у Шторма? Сапог, стики и ботл. Вайпер имеет 1200 уже на руках. Ну, вряд ли это будет суперфаст агоним. Скорее всего, хедреска сейчас мека какая-то. Какая-то фантомка. Неужто Ванквард? Ну, это может быть, конечно, и БФ. Не знаю. По даггерам добирает крипочка, понимаешь, что не успевает сделать тычку. А и не идет тут с ластхитами. Ну, хоть как-то. 600 на руках. Не знаю, фейзы или ПТ это будет. Есть попытка забрать Охайо. Ставится агрессивный вард. Ну, Охайо держится под вышкой на экспинге и не хочет подставляться. Правильно делает, по сути, а то флейнер это... Главная задача вывести тут шестой уровень, получить какую-то вендетту, при этом не фидить. 1-0 в пользу Team Malaysia пока. Подкоп. Па не ощущает, тем более кольцо Регина, так что довольно-таки быстро отрегенится. Tower Warrunner. Транквиллы, Кларити. Начинает делать стаки. По-моему, не успевает сделать здесь стак или успевает. Успевают, появляются кентаврики. Вембер шестого. Что покупает себе? Персиверанс. Ну, а по 6000 на руках. Если это будет Вангвард, для меня это будет очень странно. Появляются фейзы, пока колечко Регина так и остается. Ну, тогда, скорее всего, это будет БФ. Если не стали торопиться с Вангвардом. Что за удивление по поводу Вангварда? Вангвард такой айтем, с которым можно идти в начале боковать. Тем более, если фантомка промаксит у ворота и у нее еще будет Вангвард, то это такое количество блок урона и, так сказать, ивейда вообще какого-либо дэмэджа, что она даже с небольшим количеством хп будет очень много вытанковывать. Ну, я сэра. У Шторма 30 крипов и почти 40 крипов и 15 денаев у Вайпера. Вайпер мид тут определенно выиграл по ласт-хитам, при этом у него еще имеется и ФБ. Баклер уже в кармане. Что-то к нему еще летит. Хедреска, я так понимаю. Да, летит хедреска. Что-то стычек у нас давно нет. 8 минута, 1-0. Эмбер, Персиверанс есть, БФ будет в принципе ранее, его не гангуют, несмотря на отсутствие статов и всего 739 хп. Да, у него, конечно, 4-й флеймгвард и попробуй, как говорится, пробей. Но это не значит, что его надо оставлять в полном спокойствии. Что этот пацан может заканчивать игры. Шторм Спирит в миде. Быстрого Орчада здесь банально не светит, потому что и по крипам он проигрывает, у него всего 33 крипочка. А, 1150 на руках. Медле, Вайпер забирает Шторм Спирита. Пасси нажимать не стал, хотя можно было попробовать что-то сделать. Вернули Глимсом. Брюс Ли. Прожми Баклер. Не прожимает Баклер. Что за подстава? Врывается Эмбер. Есть привязочка. Подкопали. Минус кентавра. Идет дальше. От Вайпера это минус 3. 4-0. Прилетает сюда ПА.
врываться не будет. Ну и куху здесь уже 1700 на руках, если что, это хватает на клеймор, остается не так много на бродсвор, тем более на ботами начинают таранить вышку, саппорты. Да, саппорты, конечно, но тем не менее, здесь большое количество крипов, приходится нажимать фортификейшн, значит, тавр можно было потерять, а потерять тавр это еще больше ускорить БФ Эмбер Спирита, а до него и так 8 сотен остается. Да, и через флеймгвард просто фармит. Ой, во второй здесь есть. Первый уровень, я не знаю, почему не помогает здесь свинга. Я бы на ее месте экспириенс здесь не воровал на самом-то деле. Эмбер оставляет ремнант и идет на базу. На ботом смещается большая часть команды Insidious Idol. Кого-то нашли. Да, нашли Нета. Это минус. Ну, первый фраг. Тут же в медле, зная то, что фортификейшна нет. Можно попробовать забрать вышку. Мека есть, стики, аквила. Аквила включена, пошли арканчики. И бьют тавер. Попытаются в отместку, наверное, забрать и Insidious Idol. ТП на ботом. Защитить. Кентавра. Привязочка. Попытка сделать ТП-аут. Хватит ли? Не хватит. Эмберспирит забирает. Нет. Догонит ли дать хекс? Нет, не догонит. Транквилы выключились, поэтому беда. Никс Ассасин скоро получит 6 уровень. ТП на топ. ПА. Пошел дагер. Будет ли вблинкиваться? Вблинкивается. Сразу крит с первого удара. Пошел стан. Нужно ТП на Т2, чтобы защитить. Есть ТП. Блин, только через 3 секунды, но крипы подходят, поэтому пашку уйдет. Зато Никс успел под катапульточку, получил опыта. На ботами пытаются допушить вышку. Уже с БФом, 12-я минута. Нет, ПТ, конечно, но хоть что-то. Кентавра привязали, вырывается Шторм Спирит. Есть Сайленс, куху, Флейм Кварт, слетел уже, пошла Мека. Очень много дэмэджа вытанковывает, но все равно погибнет здесь. Эскейпа не стояло, это проблема всех Эмбер Спиритов. Разменяли его на кентавра, вайпер забирает вышку, он здесь скорее всего погибнет. А, подкоп, погибает чупа, вайпер продолжает настреливать, Ясера тоже, это даблкил. Пытается еще и добить. Даблкил от Леона, получает 8 уровень. Тут же палец, ну тут на самом деле файт выиграли определенно Team Malaysia. Да, они потеряли ключевых игроков, зато здесь попались саппорты. 2600 топа, 989 золота, приближены к этому получили и Insidious Idol. Никса не было в файте. Зато Леон 8 уровня. У него теперь есть палец и 1600 на руках. БФ оказывается в кармане у Эмбер Спирита, он на базе. Полетает на топ с попыткой, наверное, подпушить. Но вот здесь обновился фортификейшн и вышка флоя, поэтому будет трудно. Леон с пальчиком, можно прийти на топ, пытаться кого-то забрать, здесь КП у всех мало, тут же Шторм имеет 910, пока нет ни одного обливион стафа, это означает, что Орчид это вообще в ближайшее время не будет. Запрыгнем куху, Мистик Флэр, будет ли подкоп, есть подкоп, ну и погибает здесь Эмбер Спирит, где Леон, есть Глимс, нужно прожать Карапаси, либо прожать Вендетту и цеплять. Ну где же тут тиммейты-то уходят уже все за вышку, вот инициировать нечем вообще, то есть свап Винге это максимум, что может быть, а Винга... Еще не 6 уровня, да и на 6 этот свап небольшого рейнджа. Подходит Никс. Ставится агрессивный вард. И пошли цеплять. Минус дизраптор. Сразу 2 стана у него пошло. Вайпер одну тычку сделал, уже отсюда деваться некуда. Забрали. Рес и Цембер. Эмбер сейчас должен понимать, что пора уже втаривать себе какие-то статы. Летит в мидл. Может быть, попробовать спануть кентавра. Это будет трудно. Смещают сюда Никс в Виндетте. Есть подкоп, арканчики, все дела. Можно будет сажать кентавр через Виндетту. Заканчивается Виндетта, не успел. Совсем чуть-чуть. Да, первая Виндетта недолго длится. На топе падает вышка. У вайпера уже есть поинт-бустер. Почти хватает на Угерклаб. Эмбер 6 сотен на руках. Ну да, вот БФ, но после БФ уже давно ничего не появляется. На ботами падает вышка, забирает ее не по крипы.
У ПА тоже почти БФ есть, но при этом есть еще и фейзы. Я же говорю, здесь слишком много контроля у Team Malaysia. То есть даже когда у ПА появится БФ, бить она практически не сможет. Вставляет наконец-то эскейп. Появляется Гудлап, но, правда, его сейчас некуда принести. Медная вышка, что там? Есть фортификейшн. Здесь тоже форта обновилась, наверное. Смерти Т1. Пол Т2 уже нет. Тоже фортификейшн должен быть в ответ. Катапульта настреливает. Террор. Что, дефать будут или нет? Тут у вышки 365 хп, ее пока никто не добивает. А вот на топе вышка сейчас упадет. ТП в мидл. Никс прожимает Карапаси. Маны Бёрн по Шторм Спириту. Шторм без маны. Эмбер врывается. Будет ли привязочка? Есть привязочка. Ясеру цепанули. Глимпсом возвращают Эмбера. Правда, сюда же. Пау делают. На топе вышка упала от катапульты. Леон, по-прежнему есть палец. Пора кому-то его вставить в лицо. ПА. Врыв. Будет ли крит? Запрыгивает Шторм. Мистик Флэйр здесь не понадобится. Подходит Никс. Оп. Шторм заевейдил. А Шторм под Рейгеном. Вот он начинает здесь издеваться, скажем так. Шторм. Привязочка. Рейген сбили. Прожимает Флеймвард. Хекс. Подкоп, еще подкоп и палец. Шторм думал, то, что его здесь не контрят, и эскейпов у него много. Вайпер цепанул. Будет ли вайпер страйк? Есть вайпер страйк, вернули глимцом. Ну вот еще бы тычечку, если бы успел сделать, то это был бы минус. А тут Леон с тайгером на 16-й минуте. Ой-ой-ой, грязь. Собирает себе брейсер Эмбер Спирит. Да, пошел выживаемость, понимает, что его тоже могут законтрить. Есть чем. Что у Шторма? У Шторма есть первый Обливион Став на 17-й минуте. А тут собираются пушить дальше. 1000 остается вайперу до Аганима. Ну и вот что будет делать ПА, когда ей будут втыкать вайпер страйк второго уровня? Я не знаю. Dire's bottom tower is under attack. Run, little bottom tower. Radiant's middle tower is under attack. Леон с фулл маной. Что у него по уровню? 60-й. Пытаются защитить Т2. Фантом хуже 11-го. Вылетит крит, будет бобо. А вайпер пытается толкать вышку. Очень ему хочется быстрее получить аганим. Кентавр на фарме. Дофармил себе дагер. Крипы забирают уже вышку, один рейнджовый крип овнит просто Брюса Ли. И приходится еще 500 теперь фармить на аганим. Дагер появляется у Никса. Ну, на Т3 вряд ли пойдут. Нечем банально заходить на хайграунд. Это понятно. Нужно выигрывать еще много файтов. Фейзы появляются у Эмбера. Будет ли добирать барабаны, сейчас узнаем. Или пойдет сразу в Кристаллис какой-то на дэмэдж. Никс. Стан от кентавра. Ку-ку. Опять развалили. У Эмбера не хватает банальных хп, чтобы переживать такой раскаст. Пошел вайпер страйк. Цепанули здесь кентавра. Еще тычечка. Шторм. Не боится как-то его Брюс Ли. Даблкил от ПА. Брюс Ли. Подкоп. Стан. Будет ли палец? Пальца пока нет. 15 секунд. Чипикс. Очень много урона. Пытается высосать ману. Он должен блинкаться на кого-то своего. Но дагер кидает в Брюс Ли. Ясера. Пытается дотыкать. Здесь свап. Еще тычечка. Брюс Ли пока живет. Тычка в Шторма. Ну и Дизраптор забирает. СРА, подкоп, минус. Тоже отсюда не уходит. ПА будет ли врываться? Пока не врывается. Будет ли стан? Нет, будет палец. Да, вот Пашке повезло чисто то, что у Леона еще был КД пальца. 11 уровень. КД будет чуть меньше.
иначе папа там рассыпалась. Кстати, папа после этого файта очень хорошо поднялась, мы видим по графикам. Team Malaysia получили 2800 опыта, 3500 получили Insidious Idol, 1300 золота. Па выжила и получает 13 уровень, и совсем скоро будет БКБ. С БКБ ей будет по барабану на всяких Леонов и так далее, а вот то, что Эмбер постоянно в каждом файте погибает, это не есть хорошо, потому что этот тип, наоборот, таки должен иметь большое количество вариантов отхода, типа флеймгварда, эскейпов за счет ремнанта и так далее. Но он при этом все время копытится. Если он и продолжит копытиться, то действительно пакил любого. Ту-ту-ту-ту. Что упал? Упа, 1000 остается до БКБ. Эмбер. Покупает Угроклаб. Оп, пошел все в защитный вариант. Хочет собрать себе БКБ. Это же понятно, его запугала банально команда Insidious Idol тем, что его постоянно первым в фокусе. Точнее, даже не первым, он просто подставляется. Так что рядом больше никого нет и некому его спасать. Скай уже с гемом. Да, гоним есть у Вайпера. Dire's middle tower is under attack. It has no arms to defend itself. Radiant's bottom tower is under attack. I feel sad for them. Dire's middle tower is under attack. На ботами пытаются протаранить вышку. Потом ассасин. После этой вышки появится БКБ. В медле, правда, они тавр тоже потеряют. Не ломануться сейвить здесь, фортификейшн есть. Здесь его нет, поэтому тавра упадут примерно в одно и то же время. Это означает то, что подсейвить его не смогут. Вайпер забирает вышку. Падает она и на ботами. Потом ассасин. Что пойдут на Т3. Я думаю, рановато, но посмотрим. Слоуграунда пока потыкивает Вайпер. Катапульта есть. Ну, 300 хп вышки уже сняли. Хоть что-то. Шторм Спирит. Нет Орчида. И не предвидится. Шугнули здесь Дизраптора. Вот пока БКБ нету, Вайперу лишний раз лучше не быковать. Да, у него хорошая выживаемость, 1500 хп, много армора. Четвертый скин. Но все равно. Запрыгнули. Дагер. Тут же накрывают. Сайленсом прожимается Крапасик. Кентавр там по двоим. Пошел Мистик Флэр. Винга подставляется под Мистик Флэр. Вайпер. Пошел Вайпер Страйк. Па. Наваливает много урона. Мека уже прожата. Пытаются переждать БКБ. Пролетел Сэмбер. Подхоп. Разорвали здесь Пашку. Пашка 54 секунды в таверне, но у нее есть байбек. Пойдут ли дальше за кентавром? Я думаю, нет. Ну, 2-2 размен, потеряли Вайпера. Главное, что Эмбер выжил. Я думаю, это огромная радость для него. Угроклаб, правда, здесь не понадобился, потому что хп почти не было потрачено. БКБ здесь доберет. Да, у пас каждым файтом БКБ будет все меньше и меньше и меньше. Когда останется 5 секунд, там будет вообще печаль. Леон начинает собирать Аганим. Интересный выбор, правда, не понимаю зачем, потому что стягивать в кучу здесь никто не может. А у Е там ульта не такое уж огромное. Сколько прокоцали вышку? Ну, неплохо. На 700 хп. Сэра, полмана потерял. Реги не такой хороший. Правда, деньги есть на второй Обливион Став. Не знаю, почему не покупает, оставляет на байбек. Это неправильно, как по мне. Ему нужен Орчит очень в файте. До скольких я с вами? Еще включаю эту две игры. Фармит леса. Пытается вывести себе Орчит, а ребята опять в мидл. В принципе, все вместе. Куху с ними. Куху не хватает только на рецепт БКБ. Вайпер уже давно бы, наверное, выкинуть стики и купить себе Угроклаб. Точнее, не купить, а взять. Орчит появляется у Шторм Спирита. Теперь Эмберу будет чуть труднее. Его могут зафокусить, если запрыгнут на него все вместе. Там попытка забрать в это время Т1, но придется делать сейф ТП, потому что здесь уже заходит на Т3.
есть медальку в Vengeful Spirit. Шторм ворвался, потянул Брюс Ли, на него запрыгнули, будет ли Мека. Прижимается БКБ, Мистик Флеером сбрили. Ясера тоже в таверну. Потрачен был палец на Шторм Спирита, поэтому теперь все печально. Вернули Води, Ба запрыгивает, есть привязочка, пошел Кекс, заходит Нет под Сайленс. Ну, спокойненько выйдет то, что филда здесь нет. Вот как-то так. Пока 1-1, Шторм Спирит на Вайпера. Ну и БКБ нету Ба теперь. Рваться будет опасно. Что ли он? 1600-1400 до Аганима. Сигналят на Рошана. Можно, конечно, забирать его с ПА. Даже, я бы сказал, нужно. Триста упа. Что будет собирать дальше, мне интересно. Башер какой-нибудь? Ну, наверное, башер он и урона дает. Ну, плюс поможет контрить кого-нибудь. 11 уровень у них сам. Берн. Опять по уману. Шторма мгновенно сбривает. Идут по топу. Уху. А, на Митрил Хаммер хватает. 1100 остается даже после него. Появится БКБ. Но тем временем фармят Рошана. Рошан осыпается очень быстро. Ну, понятное дело, здесь Пашка. 15 уровня сейчас будет с Аегисом. Выложит какой-то топорик, наверное. Шторм забирает Аегис. Вот так вот. Вот это поворот. Смоук. Это байт на Вайпера. Штутка на него ворвутся. Какой-то шторм залетит и присоединится вся команда. Здесь загулял Скай. Если сейчас подойдет фармить крипов, его убьют. Но Скай решил дождаться крипов на хайграунде. Правильное решение. Хотя тут такое количество дегеров, что его и так подцепят. Зажались на хайграунде ребята из ИИ. Преимущество около 3000 у Team Malaysia это немного, зато по XP они проигрывают полторашку. Ну и не хотят спускаться. Вся надежда на ПА. У ПА доминатор появляется. Странный выбор. Лучше бы заставил кого-то саппорта собрать Владмерс и собирался спокойно артефакты в дэмэдж. Ну что это за план капкан? Ну вот на самом деле, что сейчас остается? Надо задефать ботом, сделать туда ТП, потому что здесь крипы и катапульта, которые очень больно дамажат тавр. А, да, происходит то же самое, прилетает сюда. Эмбер. Эмбер уже с БКБ. На хайграунд боятся заходить и правильно делают, потому что там есть филды, там есть кентавры, мистик флееры и куча всякого сайленса. То есть драться на хайграунде не вариант. Другое дело то, что и не хотят драться под хайграундом. Не собираются спускаться, их устраивает положение дел, которое сейчас есть. Мартра фармит, там сатаник или башар появится, пока не ясно. Но сам факт то, что артефакты у нее потихонечку появляются. У нее топовый нетворс на карте, это 14 тысяч. Следом за ней идет вайпер 11800, 11200 у эмбера. Ну и вот шторм спирит в попе, он 7800 всего лишь имеет. Став начинает собирать Никс. Вайпер. 1100 до БКБ. Вот, может быть, ждут БКБ Вайпера и уже с ним будут заходить на хайграунд. Потому что пока я не вижу способов туда зайти. Все очень хорошо на хайграунде выглядит. Для команды Insidious Idol. Матч продолжается. Эмберу нужен какой-то кристаллис. А в идеале вообще уже сейчас начинать собирать МКБ.
То, что ППА пока бить нечем. Вайпер тоже ушел в БКБ. Соответственно, надежда только то, что ее саппорты зафокусят с пылами. Для Леон там и так далее. Леону, кстати, 1000 остается до Аганима. Маке в пятером, Insidious Idol пытаются кого-то выцепить, наконец-то спустились с хайграунда и, наверное, получится кого-то выцепить. Например, Вайпера. Можно врываться. Есть танк Кентавра, Мистик Флеер, Вайпер разбирают просто мгновенно, Эмбер нажимает БКБ, ему надо отсюда идти, а у него нет тэп-аута. Ставит эскейп, ПА уже его ждет. Заканчивается БКБ, просто убегает пешком. Ну и вот она, вылазка с хайграунда, принесла свои плоды, забрали Вайпера. БКБ теперь не будет еще 1100, надо фармить и фармить. КБ, ПА вгрызается в нета, пару критов разобрали, фантомка забирает. Дропается гем, кстати. Здесь тоже Аганим теперь. Вот почему не купить себе Огреклаб какой-то и став для маны? Ну, либо Blade of Alacrity для защиты. Почему надо бегать с двумя кусками? Вот тебя сейчас убили, у тебя 1800. Теперь уже на два кусочка от Аганима не хватает. Не знаю, вот это привычка про игроков. Да, может быть, понадобится байбек, но при том, что у тебя стоят Т2, то стороны тебе вряд ли снесут за 25 секунд. На фантомку уже 3000. Фантомка 3000. И 200. Что, ривер? А, это уже сатаник готовый. Понятненько. Ну вот теперь главное по не скуклиться с пальца Леона, ну то есть, чтобы не залетело сразу все. Винга, Леон и так далее. Тогда будет все нормально. Тэп-аут. Проходит крит, Климсом сбивает тэп-аут. Вот сколько уже ударов сделал ПА, и крит до сих пор не прошел. Непертый. Storm Spirit 2700. Что, попытка отспануть Эмбера. У него есть БКБ. Если забирать, то сразу. Врыв Кентавра, пошел стан, Мистик Флеер, Storm Spirit, минус куку. Что-то все выглядит именно так. Так, Леон тут запрыгнул. Палец, Ясера, скорее всего, рассыпется, рассыпался. Пойдут ли дальше? Не пойдут, потому что тут кто-то с дайгером сныкался, и кентавр почему-то лесной у нас какой-то оказался. ПАшка. 9 сотен уже после сатаника. Вот теперь ты точно, наверное, башер и обузал блейды, чтобы помогать убирать, если что, нерадивых эмберов. Да, идолы не камбэкуют, идолы уже камбэкнули. С 5000 преимущества до около 500 в свою сторону по золоту. И преимущество идолов по XP уже составляет 7500. Поэтому как-то не камбэкуют, а уже камбэкнули. Преимущество пошло в их сторону, теперь уже зажиматься будут Team Malaysia. На самом деле, я понимаю, на что они надеялись. Они надеялись на Ember Spirit, но Ember Spirit собрал себе БКБ.
Попытка кого-то найти в смоке. Рошан через 10 секунд. Опять у себя на базе остаются Insidious Idol. Не хотят ошибаться. Ну, не прекрасно понимают, что пока игра идет под их диктовку. Есть чем подцепить? А подцепить нечем. Ну вот, может запрыгнуть Никс или Нет. Да, запрыгнули. Тут же уйма дэмэджа. Чибикс. А где палец? Прожимается БКБ. Сатаник. И ПА фуловы. Это даблкил. Пытается улететь отсюда Эмбер. Пойдет ли погоня? Нет, погони не будет. Даб... Трип! А, тут там еще... Короче, ой-ой-ой-ой, Эмбер Спирит. А, Шторм Спирит забирает Никса. Даже Шторм уже себя нормально ощущает. У него два куска и вот-вот будет БКБ. Фантомка 2600. Не дофокусили. То есть Леон зажал свой палец. Поэтому ПА выжил, нажал БКБ, нажал Блинк Сатаник и спокойно стало с большей частью КП. А большая часть КП у него 1000+. Да, Шторм сейчас будет с БКБ. Заход на Рошана, сейчас сместит сюда ПА. Надо будет выбросить стики на время. Взять себе Аегис. 3200 на руках. 19 тысяч нетворца против 12 тысяч у Эмбер Спирита. Разница в том, что... Да, наконец собирает МКБ. БКБ для ПА это обязательный айтем. БКБ для Эмбера это минус 4000. ПА. 3800 продал стики. Аегис опять Шторм Спириту. Ну, вот этого я не понимаю, на самом деле. Если ПАшку в файте зафокусят, да, у нее будет байбек, при учете того, что если он не будет сейчас тратить деньги, БКБ появляется у Шторм Спирита. Шторм Спирит в файте не такой важный персонаж, как ПА. Я понимаю, что БКБ становится все меньше и меньше. Там скоро 5 секунд, и ПА не сможет так много харасить. И опять на хайграунде. Интересное расположение у Insidious Idol, то есть когда они не знают, где enemy, они просто стоят у себя у Т3. Не могу сказать, что это неправильно. Единственное, что Team Malaysia в это время должны выфармливать все. Но так как они тоже не видят, где находится их противник, они начинают фармиться и Вова, сидеть где-то по кустам, как вот сейчас Винга, и тоже фармить не могут. Так что и этим делом только... Себе фарм останавливают, но и оппоненту. Появляется ультимейт Тор по фантомке. Что это будет? Это будет Скади? Не уверен. Может быть линка какая-то? А тут ждет крита, но крита пока нет. Вот 1161. Небольшая цифра, но с учетом выживаемости фантомки в 2200 хп, критов может быть большое количество. С учетом ее уворотов. Эти 2200 хп еще и увеличиваются. Сатаник, БКБ, вампирик. Короче, я даже не знаю, что будет, если фантомку типа не зафокусить. Она просто будет бить и не убить. Кентавр 14 уровня. This should make my life easier. Ну, Эмбер, я думаю, не пойдет, пока не доберет себе МКБ, хотя в файтах дело явно
не в МКБ, дело в том, что Эмбер вообще не живет, его начинают фокусить и убивают очень быстро. По Даегиса конца 2 минуты. Решили за эти 2 минуты подраться. И правильно делают. Заход на хайграунд. Товар отваливается довольно-таки быстро. Копали по А. Залетает Шторм на дефенс. У ПА главное, чтобы хватало маны. Ну, с маной тут проблем нет. Вейву в террор. ПА отпрыгивает. Фортификейшн проюзан. Отличный стан по двоим. Свап. Нет. Накрывают сайленсом. Подтащили. Нета. Где Мартра? Мартра грызет. Мартра грызет вингу. Даггер. Запрыгивает. Бутли криты. Не прет пока на криты, поэтому уходит. Дроп гема. Гем лежит. Подкоп. Ясера. Подцепили. Минус. Это дропа Егиса. Ван на развороте может, конечно, подраться. У нее есть сатаник, но БКБ нет. Шторм отпрыгивает. И ПА тоже, наверное, лучше отойдет. Вайпер страйк. Неплохой слоу. Где Эмбер? Эмбер с МКБ, если купит, конечно, сейчас себе. Денег-то у него хватает, но вот смелости, наверное, остаться без байбека нет. Есть МКБ. Это Скади. Это все же Скади. У Мартры. Или это не ультимейтор по Шторм Спирита? Нет, Чибикс. Да. Это Скади у Фантомки. Ну, опять же, Скади это замедление. Почему это не обузал Блейд и не контроль от какого-то форстафа и так далее, я не знаю. То есть, слоу это хорошо, но от слоу не спасает. Точнее, свап работает и на слоу, форстаф тоже работает. Поэтому убивать легче со Скади не будет. Другое дело, что это статы и выживаемость. Да, хорошо, но, по-моему, с выживаемостью у Мартры сейчас с БКБ и с сатаником проблемы нет. Ну и в смоке. Команда Team Malaysia пытается кого-то найти. Здесь никого не найдут. Рисуют, давайте зайдем в спину, но в спине тоже никого нет. Фантомка единственный, кто стоит на хайграунде в медле. Остальные... А тоже не палятся. Чуть-чуть лайн на ботами толкнули. Знаете, здесь никого не получится. Но зато подформят у вышки крипов. Radiant's top tower is under attack. Да, вот под 3000 хп и 23 армора, это, конечно, здорово. Маны тоже навалом. Две 500 у Шторм Спирита. Но ему определенно нужен текст. Сколько там у Эмбера БКВ? 7 секунд. УПА уже 5. Кентавр. 1100. 9-секундная БКБ. УПА снова 2400. Инвестиции рекут текой, как говорится. Что будет дальше собирать, не знаю. Ну, разве что покупать тревела вместо фейзов и забивать последний слот. Все-таки, наверное, башером. Шторм 2800 продолжает фармить. Что у нас по графикам? По графикам 7500 преимущества у Insidious Idol по золоту, 12000 по XP. Ну, теперь можно точно сказать, что камбэкнули. Вопрос, смогут ли додавить и не дать Эмберу сейчас отформиться в какую-то полурапиру, там, я не знаю, Дейдалус и прочую гадость, чтобы он мог контрить саппортов, причем на расстоянии. Дизраптора забирают руну инвиза. У дизраптора, кстати, аганим. Воу-воу-воу-воу, полегче. Если он ставит удачный ультимейт, то это там все просто. Просто все. За секунду. Никаких БКБ, ничего, и там поломают в мисину просто.
Абузал против свапа и форстафа норм. Да, если ты станешь у того, у кого форстаф. Кабейт паут. Вайпер страйк. Свап. Придется драться. Пошел дайгер. Стан Чипикса. Придется прожимать сатаник. Прожимает сатаник. Там ульт кентавра. Есть крит по Брюс Ли. Запрыгивает. Стан по винге. Подкоп Чипикса. Чипикс много урона получает. Здесь МКБ. Выйдет не получается. Прыгает и пытается убежать. А слоу уже никакого нет. Эмбер вдогонку. Ну, Шаксаурус, наверное, не уйдет. Бёрн. Стан. Да, врывается Шторм Спирит. Ой-ой-ой, как больно, здесь еще кентавр, стан по двоим, я думаю, пашечек тут уже бежит на развороте, по пуху, да, два крита, это минус. Это минус 4, в живых только винга, 3700 на руках у Чибикса, а Шторм Спирит 2700. Ну, у него что-то должно быть еще, наверное, в куре. Да, у него плейтмейл и рецепт на Шиву, то есть, грубо говоря, Шива уже появилась. Отхиливаю здесь фантомку, хотя у него есть сатаник. Можно сейчас даже на крипов проюзать. Идут забирать Т2. Шива появляется у Шторм Спирита. Как долго жила Мартера. Ее там фокусили просто, не знаю, толпой. Она упрыгнула на Скай. Скай, конечно, погиб. Но тем самым они выиграли файт. Причем в Салатину. Появляется Рошан. Причем это третий с сырком уже. По 5000 на руках. Ну вот. Травела, чтобы был тэп-аут, и Абзал Блейд. То, что ей сейчас надо. Ну, либо взять пока Аегис, а там посмотрим. This should make my life easier. Хорошо, Рошанчик. Два крита подряд получил. Недоволен. Ну, деф эти Тима Лазии не идут. На 10 тысяч по-прежнему преимущество по нетворсу у Мартры. 13 тысяч преимущество по золоту, по XP 20 тысяч. Есть Аегис, есть сыр. Саккард появляется у фантомки. Все-таки это будет Абузал, но без травелов. Ну, настакло себе эншентов. Неужто не будет оставлять на байбек? Просто на башер уже совсем скоро хватит. У кого сыр? У Шторм Спирита Аегис, сыр у кентавра. Ну, правильно, 1800 хп плюс инициатор, так что можно. Дэмэджа у Мартры много. Идут по ботому. Как сейчас деф Тим Малайзии, я не знаю, потому что у Эмбер Спирита новых артефактов нет. У него как было МКБ, БФ, БКБ и 1800 на руках. Даже на кристаллис не хватает, поэтому критов тут не жди. Почти хп почти нет. Подкоп, никуда. Шива от шторма, подцепили. Орчит, крапаси, пошел свап. Будет ли запрыгивать пап? Па запрыгивает. Тут же гост, прожимается БКБ. Пап, будет лежать БКБ свое. Нет, пока не жмет, просто дотыкивает тавр. Понимаю, что не так-то просто убить. Скрита просто забирает здесь сейчас фантомка Леона. Рассыпался в секунду. Минус вышка. Шторма все еще. Эгис, стан. Получилось подцепить, пришлось кушать сырок. Запрыгивать на Брюс Ли. Лимсом. Вернули. Закрывает. Ку-ку. Под сайленсом. БКБ уже нет, поэтому минус па. Может дальше боковать. Но нет. Байбек тут же от Эмбера. Пытаются дотыкать казарму мечников. Стан по Брюс Ли. Будет ли крит? Крита пока нет. Есть 1600. Разваливается здесь. Вайпер тут же делает байбек. Ну, дотыкать барак и уйти. Па почему-то время бьет крипов. Запрыгнул на вингу. А, надо пожимать сатаника. Блинка нет. Подходит Эмбер на радиус. Ну, ты зачем это сделал? Сейчас Па могла умереть. Но Па не умирает. Убивают Куху после байбека. 100 секунд его не будет. Туда же отправляет вингу. Байбека нет. Брюс Ли глимсом возвращает. Будет немного прыгать Па. Па запрыгивает. Пройдет ли крит? Есть крит. Подкоп. Но это тоже минус. И байбека нет. Охайо. Запрыгивает нет. Будет ли палец? Пальца. Также нет. Забирают кентавра. Охайо погибает. Живых только Леон. ГГ. ГГ пишет Охайо. Отправили Па, конечно, там в таверну. Не знаю, сколько у нее собрали стрика. 665. У нее 5000. Явно есть байбек.
Дайн сидел, сидел, камбэкнули 7000 золота, перевернули игру, сыграли очень сейвово, но не знаю, кто в этом виноват. Виновато, наверное, то, что Эмбер слишком часто подставлялся, потом еще БКБ долго собирал, и все это привело к тому, что Пашка просто отформилась и с помощью критов разнесла лица. Что ж, впереди еще один матч, это Invasion против Team Malaysia, никуда не расходитесь, буквально, наверное, минут 7-8, и мы стартуем.